Каждый человек должен сделать в своей жизни правильный выбор. И я выбрал РУДН. РУДН – это более 24 тысяч студентов из 160 стран мира. РУДН – это более 24 тысяч друзей 500 наций и народностей. РУДН – это более 24 тысяч умных, пытливых и креативных учащихся, объединившихся в 150 студенческих организаций и землячеств. Мы все разные, но мы все равные. Конкурс программ развития деятельности студенческих объединений вузов, проведенный Министерством образования и науки Российской Федерации в 2012 году, это серьезная государственная поддержка молодежных инициатив. Победа Российского университета дружбы народов в конкурсе дает возможность каждому из нас и нашим организациям реализовать свои творческие проекты. Наш объединенный совет программы развития деятельности студенческих объединений РУДН – это интернациональная команда единомышленников. Меня зовут Данил Упрящис, я из Бразилии, я аспирант филологического факультета. Я являюсь председателем женского комитета РУДН. Меня зовут Дюша Араби, я студент 5 курса филологического факультета. Я президент Ассоциации африканцев студентов. Аксенова Арина, заместитель руководителя профессионального объединения студенческой инженерной мозаики инженерного факультета. Инженерная мозаика – это результат работы студентов разных специальностей инженерного факультета, которые выпускают полноценные с инженерной и архитектурной точки зрения проекты. Мы неоднократные победители конкурса ЮЗАУ города Москвы «Моя молодежная инициатива». Меня зовут Мезенцева Анна, я студентка 2 курса магистратуры аграрного факультета. Наш проект – мастерская ландшафтной архитектуры и дизайна. Целью данного проекта является развитие профессиональных навыков у студентов в сфере ландшафтной архитектуры и дизайна, а также научно-исследовательская работа студентов. Мы неоднократно являлись победителями международных и российских студенческих конкурсов. Меня зовут Арсенор Робинсон, я из Гаити, аспирант экологического факультета. Я являюсь президентом Федерации студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чумаков Антон, аспирант кафедры эксплуатации автотранспортных средств, заместитель руководителя научно-исследовательской лаборатории по проектированию и разработке современных транспортных средств. На базе созданной лаборатории реализован проект «Формула студент». Построен гоночный болид, который был успешно представлен на международных соревнованиях «Формулы САИ» в Италии. Меня зовут Котова Татьяна. Я учусь на 2 курсе магистратуры факультета гуманитарных и социальных наук. Я являюсь руководителем группы проекта «Развитие Центра молодежных студенческих отрядов». Наш проект нацелен на развитие молодежных студенческих движений как эффективной формы организации занятости студенческой молодежи. Меня зовут Сорока Дмитрий, я студент 4 курса факультета гуманитарных и социальных наук. Являюсь членом спортивного клуба «Дружба» и представляю проект ежегодного спортивного зимнего праздника «Весь мир на лыжне». Целью проекта является пропаганда спортивно-массовой работы и пропаганда здорового образа жизни среди студентов интернационального вуза. Чиж Наталья, аспирант филологического факультета. Я являюсь председателем студенческого совета интерклуба РУДН, и в данный момент нами разработан и успешно реализуется проект по созданию межвузовского интернационального культурно-творческого центра. В его рамках будет проведена реконструкция зрительного зала РУДН, что позволит сделать мероприятия нашего университета более красочными, насыщенными и интересными, как для творческих коллективов, так и для зрителей. Курдюков Павел, студент 5 курса аграрного факультета, председатель научного студенческого общества РУДН. Я представляю проект «Фестиваль науки». Основной задачей проекта является вовлечение студентов и школьников в научную деятельность. Шестняк Леонид, студент магистратуры инженерного факультета. Я являюсь руководителем проекта студенческих инициатив по развитию предпринимательства в рамках молодежного инновационного бизнес-инкубатора РУДН. Это далеко не все наши планы и проекты. Если ты активный и креативный, вливайся в наши ряды. Объединенный совет программы развития деятельности студенческих объединений РУДН ждет твоих интересных предложений.